Хороший сейчас день сегодня. Ну, блин, мне мама не разрешает гулять. Ладно, пойду уж один домой. Потому что уже, да, реально уже будет скоро темнеть. А потом мне еще от рукой... Помогите, люди! Помоги, сейчас, пожалуйста, мне да сердце тебе... болит. Помоги. Хорошо, сейчас помогу. Черт, надо позвать сейчас в больницу. Так. Ты кто такой? Тот, который хочет украсть твою душу. Ты пожалеешь об этом. Чё за хрень? Это что за место? Куда я попал? Что это за телевизоры? Это чё за место? Блин. Кто это мог меня застрелить? Летающие телевизоры, вообще это какое-то странное. Что это за место? Блин, я ничего не понял. Меня только застрелил этот мужик. Но я почему-то живой. Ладно, надо идти дальше. Так. Так. Надо выбраться отсюда. О, пистолет. Это же того самого мужика. Ладно, возьму его с собой. Это все был сон? Ох, боже мой. Что за... Что случилось? Это... Мне... Это что за мужик? О, как раз мой телефончик. Возьму-ка я его с собой. Так, что тут мне написали? Голосовуха. Слышь, братан, у нас тут что-то случилось с городом. Срочно уйди отсюда. Здесь небезопасно. Здесь небезопасно. Что случилось с миром? Ладно. Может, это какой-то сон у меня или шизофрения? Без разницы. Но мне говорит, друг, надо выбраться отсюда. Так, а вот и машина. Значит, куда-то он ведет. Черт! Так. Помогите, пожалуйста! Так, кому-то нужна помощь. Сейчас, приду! Эх, давай. Все. Сейчас помощь скоро будет. О, ты... Что? Что? Ты кто? Что с тобой? Время тебя убивать! Пошел нахер отсюда! Боже мой, пошел нафиг! Ты чуть больной! Отвали от меня, гадина! Пошел в жопу! На! Да, сдыхай, тварь! Дебил! Черт! Пошел отсюда! Ты сдох? Походу не сдох! На! Вот так тебе и надо! Черт, он еще живой! По ноге! На! Ай, черт! Ну все, я справился с этой гадиной. Надо идти дальше. Так, он же сдох. Это, походу, не человек. Вот понятно, что с городом случилось. Надо точно отсюда выбираться. Так, надо набрать полицию. Может там есть какие-то живые люди. Номер не может отвечать, поскольку вы вне зоны. Чё за дичь? Твою мать, нет сигнала, походу. Эх, похер. Почему я вне зоны? У меня же деньги как бы есть. Ладно. Может, реально что-то с городом, какая-то дебилизная хрень. Блин, надо уже сваливать уже. А то случится какие-то ужасные действия. Лучше промолчу про этого пацанчика, которого я убил его. Но он все равно какой-то дебил, хотел меня убить. Ладно, похер. Давай. Все, вылез. Черт! Пошел нахер! Убил его, нахрен. Чего? Блин! Пошел отсюда! Ты не мой братанчик! Получи по башке ножику! Ой! Ты че, больной? На! Ха! Убил его, этого гадину. Все, прям ножиком в глаз. Все, он уже сдох. Так, что там дальше?
Ты чё, больной так орать? Возле ещё... Да блин, ещё вечер ещё пока. Ты чё будешь? Походу да, он реально дебил. Пошёл отсюда нахрен. Да на! Всё. Чё за... Ой! А, он сам дурак. А! А я тебе не разрешал ножики ко мне кидаться. Набрасываться, то есть. Ты чё, больной? На! На тебе! Будешь знать, гадина, как меня тут дыдычить. Ладно, надо выбраться отсюда нахрен. Иначе я сдохну здесь. Похоже, мне надо отсюда выбраться. Иначе у меня не будет шансов. Опять они. Ну, неплохой боец у нас. Я бронированный, чтоб ты понимал. О, бесплатная птичка. Возьму-ка ее. Да. Полегчало мне. Так, все, мне полегчало. О, нет, нет, опять вы. Придурочный. Чё опять орёте, как козлы? Ушли отсюда. Из грузовика, поняли? Бомжары, сутулы, никому не нужны. На. А вы чё, дебилы, стоите? Да, походу, они типа головы. Ух, я справился с этими уродами, никому не нужными. Опа. Все, остановилась тачка. Остановка. Да нет, да сколько вас таких? Черт, пошел отсюда нахрен. Ха, вообще лошара тупо за одну из тех вообще убил бы. Опа! Нет, да ты можешь заткнуться! Все, ты теперь сдохнешь. Да, рукожопая тварь. На тебе, получай! Давай! На! Да ты до сих пор еще здесь! Получай! Да на тебе! На! Козлина! Сдох! Их, походу, таких миллиард! Нет, пошел ты в жопу! Ха! Да на! Так, ты сейчас будешь один. Минус. Минус один. Все. А, он еще живой, ладно. Потом проснулся, потом меня хочет убить. Так, а ты чё второй? Получай бабочки. На! 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 Все, сдохла, тварь. На! Еще! Ну, на всякий случай, если он еще оживется. Ну, хотя они уже мертвы. Ой, какой ты ловкий китаец с огромными яйцами. Жесткий ты, пацан. Все, сиди спокойно. Так, мне уже пора выбираться отсюда. Опа, какой хороший сегодня день. Ля-ля-ля-ля-ля. О, мужик, привет! О, ну привет, ну наконец-то хоть кто-то живой и выживший.
Чё тут за хрень? Я сам не знаю, это какой-то вообще дичь происходит у этих зомби. Понятненько. Кстати, а у тебя есть рация, что ли, там, телефон? О, конечно же, у меня всегда есть. Но, кстати, рабочим мы можем с тобой связаться. Давай-ка мы встретимся на парковке. Или парковке. Хорошо, наверное, сработает у нас рация. Хорошо, давай встретимся на парковке. Удачи тебе. Нет, не-не, ну отвалите, может. Отвалите, пожалуйста. Я на езде вас всех убью, нахуй. Вообще, чё за дебилоиды? Без мозгов, тупоголовые, рим. И один вообще дурак упал. Ха-ха-ха, лошары. Так, ладно, пусть они там стоят. О, кстати, у меня есть граната. Сейчас кину в бочку. Надеюсь, она взрывная. Давай, бабах! Горите в аду, собаки, ха-ха-ха-ха-ха. Да, горите, горите, вам это нравится. Вот это, понимаю, маслина большая. Горите, горите. Там очень было много масла, этих взрывных. Ладно, без разницы. Так, ладно, пусть они пока горят. Горите, горите. Один дебил вообще об голову ударился. Ладно, я пойду дальше. Эй, кукусики! А, он, походу, меня не слышит. Ладно, сейчас мы ему ответим. О, кто это там нужен? А, привет, извини, что не услышал. Потому что я в отправочек-то монстров. Окей. Ты это слышишь? Да. Чё за хрень? А-а-а! Пошёл нахер! Не-не-не-не-не-не! Ха, дурачок он какой-то. Вот, есть ствол. Возьму-ка я его. Я бронированный! На-на-на-а-а! Ты чё? Чё ты такой живучий? Нет, до свидос, амигос. Нет. Не-не-нет. Ты чё, серьёзно со мной? Чувак, да ты бронированный у нас. Блин, у меня сейчас заканчиваются патроны, хотя уже их и больше нет! Но! Так тебе и надо! Понял. О, нет-не-не-не! Вали! Там есть здание! Надо сваливать отсюда! А вы, идиоты, уходите отсюда! А, у меня есть еще 3 патрона, или где-то 4, без разницы. Чёрт, давай быстрее, ты иначе меня схавает этот маньяк, никому не нужный. Давай. Фи. Ой, давай быстрее, закрывай, тебе надо дверь. Ой, ладно, защемил этого пацанчика. Ох, ну наконец-то. Надо быть тихим, иначе он меня услышит. Давай, быстрее, иди, говнюк, никому не нужный. О, другое дело, молодец, молодец. Ладно, надо уже здесь подождать, а потом уже и уйти сегодненько. Ох, все, наконец-то. Можно сваливать теперь. Я больше не могу. Вы будете арестованы за то, что вы убили жителей Подломисон. Так что, извините, но мы вас потащим в тюрьму. Чёрт! А! Чёрт! Офицер! А! Чёрт, успокойтесь! Успокойтесь, человек! А, чёрт!
черт! Нет! 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 Черт! Ты что? Ты нормален? Ну ты сейчас не получишь! Нет! Не убивай меня, пожалуйста! Мне дети, жена! Нет! Зря вы ко мне подщились. Теперь больше у меня проблем не будет за это. Будете вы знать, как это не знать. Я... Куда он меня ведет? Оп!